Прошли сутки, щенки уже освоились, вон там какие-то кайфуют, лежат, спят. Я на покушать только что принесла, постелили там пеленочки, чтобы им было мягче. В общем, места очень много, что приятно. Спустя 5 минут все доели, кто-то играет, кто-то спит, кто-то доедает. Такая движуха, наконец-то у них много свободного места есть. Работа в питомнике кипит вообще вовсю. Сделали недавно канализацию, теперь делаем водопровод. Приходим снова в питомник, еще пара дней позади. Так, ну вот наши щенульки сидят, красотульки. Ян, как они освоились за пару дней? Пока нет. Пока не очень хорошо освоились, еще маленькие, ничего не понимают, что с ними происходит. Ян, а какой возраст у них сейчас? Полтора месяца. Ну, 6 недель. Так, здесь у нас тоже вольер заканчивается. Осталось... О, даже затирку уже сделали. Отлично. Здесь уже выходы, посмотрите, сделаны. Здесь тоже. Вот они. Вот такая конструкция. Так что осталось 2-3 дня, и здесь все закончится. Здесь делают плитку на проходе. Здесь делают плитку. И будет все ок. Ян, ты доволен? Смотри, уже почти готов. Почти готов. Останется только затереть. Сюда скоро голдика можно посадить, да. Голдика зачем? Ну, высокая же. Так голдика не выпрыгивает. А голдик не выпрыгивает? Это вот сюда экселента посадить, который выпрыгивает. Ну да, готов вольер. Завтра привезем затирку, и нам в понедельник его сдадут, этот вольер уже. Еще электричество надо делать. Видите, все, сопли растянуты по всему этому делу. Ну ладно, процесс идет. И дальше надо делать крышу, потому что крыша у нас не утеплена пока еще. Будем утеплять крышу и будем менять шифер. У нас старый шифер уже подтекает, и вообще он неопрятный. Купим красивую металлокрепицу. Вот, посмотрите, как это выглядит с этой стороны. Вот выходы сюда тоже будут, здесь тоже будут выгулы, вольеры. А с этой стороны будет большой выгул для щенков, которые там в вольере. Так что все продумано, все придумано. Класс, Янка! Мечты сбываются. Скорее бы это все красиво сделать, сделать формы, решетки, заборы, щебеночкой вокруг все красиво посадить. Подсветочку сделать, какие-то клумбочки поставить с цветочками. Ты прикинь, как будет классно когда-нибудь. Здесь у нас было грязно, мы уже подсыпали щебеночки, и нам уже кажется, что уже цивильно стало красиво. Ходим, удовольствие получаем, а можно же все красиво так сделать. Здесь надо целиком, наверное, засыпать так. Да, целиком надо засыпать. Не, щебня надо, потому что щебень, он южный, светлый такой, красивый, он вообще будет классно. А эту акацию мы сохраним, да? Посмотрим, может и нет. Вот так красиво стоит перед входом. Так что, видите, у нас тут стройка, цемент, щебень, отсев, песок морской. Посмотрите, какой морской песок классный. Вот он. Это туалет для котика. Да, котик считает, что это ему туалет привезли. А это вата, которой будем утеплять крыши и дома нашего, и питомника. Так что работа идет постоянно. Все что-то покупаем, покупаем, делаем, делаем, делаем. И так все это просто, быстро и дешево. Когда-нибудь, может быть, я соберу информацию и напишу вам, что, сколько это все стоило. Короче, у нас сегодня, наверное, хорошие новости. Только что Тима приехал на велосипеде из соседней деревни, к друзьям он ездит. И видел, как в щитке на подстанции у нашей деревни кто-то что-то делает. И главное, что это совпало с тем, что в селе отключили свет. Короче, есть предположение, что именно сегодня эти фонари... Да, что именно сегодня эти фонари нам включат. Вот мы сейчас будем стоять и ждать. Вот это будет праздник. Представляете? Фонари были установлены еще в июне, в июле. Сейчас у нас уже конец октября. Мы уже думали, что про нас забыли. Я даже не представляю, как здесь будет, когда включат свет. Мы привыкли уже с фонариками тут в потемках шататься. Так, только что включили свет в доме. Но фонари так и не горят. Может, просто какие-то работы были, а не фонари. Жалко тогда. Собаки, тихо. Посмотрите, я застал момент, как включили фонари. Офигеть. Фонари. Вау. Люди. Свет включает и выключает. Оставьте, пожалуйста.
Оставьте нам эту прелесть навсегда. Вы посмотрите. Сразу чувствуешь себя в цивилизации где-то. Очень цивилизованно. Неужели будут позади хождения с фонариком? Ну, что тем скажешь? Удивительно? В такой деревушке поставить столько фонарей. И все для нас. Вот посмотрите, детки растут дальше. Через пару недель они уезжают в новые дома. Тут у нас еще стройка продолжается. Этот вольер готов. В этом вольере осталось только задвижку сделать. В общем, все готово практически. Продолжаем ремонт. Продолжаем нашу стройку. Нам закопали водопровод сегодня. Стройка идет. Яна там чувствую, слышу, моет вольеры. Вы красивые пупсики. Привет, пупсики. Вы такие пупсики. Из 11 щенков 9 мальчиков разъедутся по разным городам России, и 2 девочки останутся у нас. Все, через 2 недели вас увидит уже ваши хозяева. Они все ждут, не дождутся, когда же их пацаны приедут к ним. Давайте посмотрим, как живут сегодня наши бульдожки. Очередной день наших бульдожек. Вот они сегодня такие. Бульдожки, как у вас дела? Кто ко мне знакомиться пойдет? Каким удивлением на меня смотрит. Где моя любимица? А где моя любимица? Я тебя не узнаю. Почему? Ах, вот моя любимица. Вот моя девочка. Вот она, моя девочка. Да, моя девочка мордастенькая. Вот ты громче всех лаешь все время, Точечка. Точечка самый шуткий. Девочка моя красивая. Ай, какая красивая.